Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Санек, Бананчи, Кирилл Геймер, Фрэнка, Дэн, Густанек, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Ребята, напишите в комментариях, как зовут этого аниматроника. Кто первый напишет, правильно попадет в начале ролика. Очень классный ролик, потому что будем записывать выживание на деревянной постройке. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, я решил очень легким оружием это сделать. Например, гранатометом. Ого, легкое оружие. Я знал, что оно так поджигает жестко, поэтому, пацаны, скорее всего, одного выстрела хватит для того, чтобы все слились. Смотрите, как все загорелось. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на мой канал и Максима. Ссылочка в описании. Добиваем Максиму 1000 подписчиков, и он разыгрывает гаррисмод на своем канале. Я уже на волоске от смерти. Чисто один выстрел, ребята. Это самое имбовое оружие в этом режиме. Так, давайте наблюдать, кто же остался жив. Ты еще кто остался? Нет. Давай стреляй по ним. Подожди, ты видишь, горит все. Все, уже слился. Ты слился. Все, победитель у нас. Да? Как всегда, Кирилл Геймер. Как всегда, Кирилл. Ну это что-то опять не то. Смотри, он каждый ролик тащит. Что? Читер, читер. Кирюха, покажи, как ты умеешь ломать здание. Ну ладно. Давай. А, слабо. Слабак, пацаны, мне кажется, ну, довольно-таки слабо. Ну бег пистолетик. О, загорелось. Белок, горит? Ой, это не то. Так, будьте внимательны, потому что там уже пахнет жареной жопой. Спанч Боб, у тебя жопа горит. Беги оттуда. Нет. Не, нормально. Ой. Нормально? Мы сейчас все упадем. Так, ну тут надо стоять, когда я выживу. Привет, чувствую. Дима. Жекни, всем пока. А где ты? Я над тобой. А, я живой, я живой, я живой. Блин, я практически уже, наверное, не живой. Над землей висю буквально немножко. Я уже горю. Так. А, все, вылетел я оттуда. Смотрим, кто остался живой. Максим? Еда? Нет, Максим. Нет, первый раз нет, остался нет, живой. Стоп, считается, что Фрэнк еще жив? Нет, это уже все. Нет. Ну, по сути, на стекле просто стоит. Густанёк и Дэн еще живые. Ну, Фрэнка все. Да? А где Дэн? Я не вижу Дэна. Они рядом с гусеницей. А он разве не видит? Вот еще сидят. Ну мочи-то да дальше здание. Ух ты. Вот это было жестко. Максим, ты готов выиграть? Я хочу. Ой, извини. Первый раз. Вот. Вот это было сильно. Победил Саня. Кирюха ультанул. Гусеник победил? Ну, Максим проиграл. Гусеник, ты красавчик. Ура, сейчас будут мои тактика. 3-4 пулемета. Гусенек, ты что? 5. Ты адекватный вообще? О, один не работает. Ты тоже поломался. А что я сижу, смотрю, я сейчас сольюсь. Нет! Гусенек просто это здание раскрышил. И как узнать, кто выиграл? Так это получается, Гусенек еще раз сейчас будет? Ну, поход. Ну, давай. Гусунёк, давай сделаем так, чтобы хотя бы определить, кто выиграл. Потому что ты как-то очень стрёмно ломаешь. Чтобы взять такого. Ладно, пока... Сейчас посмотрим, пока пускай вот это пойдет еще. Эй, ты поджег нас? О, оно горит, все, замечательно. Так, осторожно, это новая постройка. Так, я буду тут стоять на всякий случай. Он молотого там кидает? Да, он закидал все коктейлями тут. Мы их пить не будем. Это сильно он там жгет. Очень сильно. Санек, ты чё такой псих? Так, что-то слабо, да, пацаны? Потухло. По-детски. Ну, Санек, у тебя бракованные какие-то коктейли Молотова. Нет, пошутил, нормальное. Ты уже не бракованный. Не толкаемся. Не толкаемся, картон. Осторожно, пацаны, ну мы падаем, нет! Я живой? Я нет. Это нечестно. Я над землей еще. Все. Упал. Я тоже. Ну, Максим, ну ты должен был выжить. Ну что это такое? Как ты тут встал? Ну видишь, я стою. Так, сейчас кое-что разрежу, чтобы вы уже туда не ходили. Давай, например. Дима, сражайся против Кирилла. Опять псих взял пулеметы свои. Ой. Гусанек, ну ты же добрый живой, был. Живой, Дима, живой. Дима, жить. Что, последний жить. Дима. Ты я? Да! Ура! Я живой! Промахнул. Пацаны, вам повезло, это промах. Блин. Давай, обзывай его. Опять повезло, промах. Повезло, хорошо, давайте будем наверняка действовать.
Ух ты! Вот это мощно! Нормально, живой! Живые? Жить, жить! Живой, я падаю! Дима! Да нормально, ходячее здание! Так, кто последний упал? Спанч Боб упал последний. Нет. Нет, Дэн вроде бы, да, Дэн. Ребята, Максим победил. Теперь он будет показывать, как нужно ломать правильно здание. Максим, ты вообще не умеха. Ты не умеешь играть в этот режим. Да. Чуть-чуть умеешь. Что ты там говорил? Что ты не умеешь играть. Что ты там сказал? Залетайте, пацаны, у меня для вас есть сюрприз. Небольшой. Давай. Кто это стрельнул? Залетели? Да. Ой-ой-ой, пацаны, извините, я хотел слабее. Пусть мама услышит. Пусть мама оп, один делает. Есть. Так, вам немножко тут подровнять, я вижу. Ого! Все, Кирилл Геймер. Нет, Гусанек последний. Нет, Фрэнка. Нет, Фрэнка был Фрэнка. Последний. Геем. Я подготовил Саньку мега классную постройку. Пацаны, залетайте. Ого. Представь, сколько ему ломать ее сейчас надо будет. Так. Я буду на крыше стоять. Он уже пошел ломать ее? Эй, Максим, вставай. Не умней сидея. Он будет так сидеть до конца раунда. Ничего. Пацаны, я вас вижу. Мы тебя тоже. А ты где? Я на крыше вот стою. По-моему, там что-то сломается. Что-то ломается, но мы целые. Представляете, насколько прочное здание? Тяжело ему будет. Там кто-то по тебе стреляет. Ой. Я ему помогу немножечко. Ты что сделал, Дим? Да я помогаю ему. Ты меня почти скинул. Ну вот и ё хорошо. Моё. Ты меня взорвал. А, надо взять вот это оружие. Помните, которое я брал? Вот оно. Который поджигает все. Ой-ой. А, сейчас патрончика выдадим. Сейчас мы, ребята, его разрушим по красоте. Пришла помощь. Надо, что мы умрем, так что буду танцевать. Отойди. Кто живой еще? Ой. Воздушный удар, что ли? Пацаны, прощайте. Тут ничего не произошло. А кто-то живой остался, я вижу там наверху. Гусанёк. Он на лестнице, она зафрижена. Гусанёк. Ну все, победил. Гусанёк победил. Теперь это наш дом для выживания. Заходите, будем тусоваться здесь. Чё это мой компьютер? Блин. Закрывайте дверь обязательно. А это самая большая? А это свет. Это самая большая, да, постройка. У меня есть побольше. Это же интересно, Дима, в таком доме выживать. Мы еще ни разу не выживали давай. В нем. Так, давай. Дима, садись на диван ко мне. А где ты? Буду а это Галим, у тебя диваны. Эй, кто там пилит наш дом? Выходи. А здесь второй этаж есть. Нет, ты на второй этаж пришел? Можно пойти? А я хотел, захотел проверить, если здесь. А, ясно. Идет. Ну и опять питерим. Не. Ну вот, видишь, тоже. Они на втором этаже, вы залетели туда. Наш дом поломали. Это Максим. Вы залетели. Вау. Вы хитро жопы, ну Максим, я тоже так хочу. Что? Ладно, проиграл. Давайте посмотрим. Так, еще три человека осталось живых. Посмотрим, тоже сольется. Холодильник пили, правильно. Иди так. О, это лава. Ща, подожди. По-моему, нас убить хочется. Ой. Ты че? Ой-ой. Валите, ой-ой-ой. Пацаны, валите. Ух ты. Ну что, давай, ломай. Поехали. Ого, я живой останусь, я живой. Ё-моё, ноги сломали случайно. Ты одним выстрелом просто снес сразу половину постройки. Весь вверх башни. Это был мега жив. Выстрел мощный. А что тут миниганы летают? Ты еще жив? Фрэнка остался. Фрэнка последний. Он один остался? Ну все, он победитель. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока.